Перед очередной сессией областного совета митинговали медработники. Несмотря на дождливую погоду, на акцию вышли более полусотни человек. Они требовали у депутатов не принимать решение об объединении двух медучреждений. На базе областного госпиталя ветеранов войны и областного глазного госпиталя инвалидов Великой Отечественной планировалось создать единое медучреждение. Глазной госпиталь, который отремонтирован Соединенными Штатами Америки. Условия договора на ремонт, на который было выделено ни мало ни много, 650 тысяч долларов. Наше учреждение не может быть отчуждено от государственной собственности, раз, и его предназначение – оказание медицинских услуг, два. Депутатский корпус прислушался к требованиям митингующих и отложил рассмотрение этого вопроса до следующей сессии, которая пройдет в декабре. На данный момент заседание в стенах облсовета еще продолжается. В повестке дня 84 вопроса. За целый световой день депутаты не сподобились рассмотреть и половины из них. В частности, несколько часов избранники решали технические вопросы регламента облсовета и кадровые вопросы депутатской комиссии.